Друзья, всем привет, сегодня будет интересное видео. Это вот такая вот посылочка. Здесь находится кит-набор с LED-лампочкой. Давайте посмотрим, что внутри. В пакете еще один пакет. Высыпаем. В пакете больше ничего нет. Есть вот таких вот две печатных платы. Где находится плюс и где находится минус. Есть сам цоколь, корпус. Здесь, конечно же, цветные провода. На плюс-минус опять же. Это нам, наверное, подарок. Припой, чтобы мы запаяли, не искали. О, еще один щедрый продавец. Сами мозги лампочки и 38 светодиодов. Вот такие вот они. Ну, вы понимаете, да? Продеваем вот в эти дырочки и запаиваем. В общем, дальше вы все увидите. Ссылка на товар будет в описании. Приятного просмотра. И вот такая красота у нас получилась, похожая на солнце. Теперь это все мы должны запаять. Так что наносим немного флюса на плату. И далее с помощью маленького паяльника запаиваем все ножки на светодиодах. И вот как все у нас красиво получилось. Теперь загибаем все наши ножки в обратную сторону, чтобы потом их было легче откусить. Берем кусачки и все наши выводы светодиодов мы откусываем. Вот такая красота у нас получилась. Теперь вставляем второй ряд светодиодов и проделаем все те же операции. Теперь нам нужно припаять провода питания. Один провод мы припаиваем к плюсу на плате, а второй провод припаиваем к минусу, он у нас находится в центре нашей печатной платы. И вот что у нас получилось, провода питания у нас припаяны. Плюсовой вывод припаяем к плюсу платы питания. Вот так это выглядит. А центральный провод, то есть минус, припаяем к минусу платы питания. И вот что у нас должно получиться, мы соединили две платы между собой. Теперь осталось только припаять два сетевых провода, которые идут от цоколя. Полярность в этом случае не имеет никакого значения. И на этом сборка нашей светодиодной лампы практически завершена. Осталось только ее собрать до кучи. Плату питания размещаем внутри корпуса нашей светодиодной лампы. И сверху закрываем печатной платой с нашими светодиодами. Спереди нашей лампы находятся 38 светодиодов, которые реально смотрятся прикольно. И сама светодиодная лампа за свои деньги выглядит очень достойно. В общем, выглядит она реально круто, но как же она работает? Вкручиваем ее в патрон настольной лампы и включаем. И как видим, наша светодиодная лампа отлично загорелась. Выключаем и включаем, и все у нас отлично работает. При выключении даже видно, как гаснут медленно светодиоды. Попробуем поблымать светом, и лампа у нас отлично работает и не сгорает. Так что со спокойной душой выкручиваем ее. Так что, дорогие друзья, что я могу сказать по поводу такого кит-набора светодиодной лампы? Стоимость такого кит-набора реально невысокая, всего 1 доллар. Но за такие деньги лампа получилась реально крутая. Конечно, светит такая лампа не очень ярко, но если взять, например, 2-3 штучки, то можно легко использовать ее для освещения комнаты. Ну что, пора прощаться. Следующий ролик уже совсем скоро. Сейчас самое время спуститься и почитать комментарии. Кто не поставил колокольчик и не включил уведомления, может остаться без нового ролика. Я предупредил. Пока.